Очень жарко сегодня в Авиньоне, но очень здорово. Мы в Авиньоне, мы на берегу Роны, в этом чудесном городе, где с средневековья сохраняется знаменитый мост Сан-Бенезе, где действительно каждый июль начинается этот легендарный авиньонский театральный фестиваль. Но главное здесь, конечно, вот. Главное здесь вот этот огромный, самый большой феодальный замок Европы. Авиньонский папский дворец. Место пленения пап, место той самой знаменитой схизмы. Именно здесь почти 70 лет, в 14 веке, был как раз святейший престол. И именно здесь 7 пап сменяют друг другу. Отсюда, из Авиньона, руководили католической церковью. Сегодня это место, которое точно нужно увидеть изнутри. Экскурсия часа на 2, где-то так, есть хороший аудиогид на русском языке. Ну, по крайней мере, проезжая просто по Провансу, хотя бы с внешней стороны увидеть эту махину точно стоит. Вы слышите музыку? Да, очень скоро будет тот самый Авиньонский театральный фестиваль. Уже в эти выходные начинаются первые представления. Вот так немножко зацепили это важнейшее культурное событие Европы здесь, в Провансе.